Как лучше тренироваться? С большими весами или с маленькими весами? Малоповторка на 4-8 повторений или многоповторка на 15-25 повторений? До недавнего времени считалось, что лишь только тяжелые веса стимулируют максимальный рост мышечной массы и силы. Но и последние исследования также показывают, что нам необходима работа с маленькими весами, также для стимуляции роста мышечной массы. Так что же выбрать? Если у вас такая дилемма, то тогда я советую вам делать периодизацию. Итак, сначала 2-4 недели ты делаешь тяжелые силовые тренировки. И в этом первом цикле периодизации с тяжелыми весами, первые 2 недели ты тренируешься на 4-6 повторений. И затем следующие 1-2 недели на 8-10 повторений. Затем в следующем втором цикле периодизации, многоповторки с легкими весами, ты тренируешься уже на 15-20 повторений. Но если вы уже давно хотите похудеть или набрать чуть мышечной массы, но не знаете, с чего начать или остановился прогресс там, тогда пишите мне в Telegram по ссылке в описании. Ну и там же вы найдете наш полезный Telegram-канал с дополнительной информацией по тренировкам и питанию. Подписывайся на канал, и в следующем видео ты узнаешь, как набрать мышечную массу с минимальным количеством жира.